Приветствуем вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром мы бы хотели попросить вас подписаться на канал и поставить лайк, чтобы не пропускать ежедневные новости на нашем канале. А мы переходим к новости. Гурцкая отреагировала на заявление о больших проблемах. Артистка Диана Гурцкая высказалась о проблемах и закрытии фонда. Исполнительница хита «Ты знаешь», мама имеет активную общественную позицию и поддерживает больных детей. Диана Гурцкая является одним из основателей и попечителей фонда «По зову сердца». Организация помогает незрячим и слабовидящим ребятам получить медицинскую помощь, развить творческие способности и добиться успеха в жизни. На днях в сети появились слухи о том, что Диана Гурцкая задолжала за аренду более 500 000 рублей. Певица отреагировала на эту информацию и заверила, что она ложная. Никаких проблем у организации нет. Артистка отметила, что «По зову сердца» будет осуществлять деятельность на прежнем месте, поскольку выгонять коллектив никто не собирается. При этом знаменитость призналась, что финансовый долг за оплату ЖКХ у фонда все-таки есть. По словам Дианы Гурцкая, необходимые средства будут оперативно выплачены. Звезда рассказала, что сплетни о благотворительной организации стали активно распространяться. Чиновники связались с руководством фонда и прояснили ситуацию. Уполномоченные люди предложили помочь представителям «По зову сердца» решить возникшие недоразумения. Запись сгенерирована в Яндекс.Клауд. Напишите свое мнение об этом в комментарии. Обязательно подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. И свежие новости каждый день вы будете видеть первыми. Спасибо за просмотр.